Рахмет, рахмет, Тамарна. Рахмет, вы с Мескайде, Яшибас, Дус, Равас, со всеми нашими замечательными, известными людьми, как Эдар сказал, дружим и с Надеждой Георгиевной Бабкиной, вместе мы с ней поем татарские песни. Я, вот как говорят, я научила всех российских эстрадных исполнителей петь по-татарски. И Марата Башарова, и группу «Нана» Барикарим Чалибасова. Но сегодня не про них, а вот про тех, которых не артистов, которых мы знаем, героев, которые собрались со всего Татарстана в Москве, и ими гордится наша страна. Вот одним из них, как я говорила уже вам, генерал наш замечательный, он председатель татарской автономии, почетный человек, возглавляет совет ветеранов в городе Москве, Акчурин Расим Сулейманович. Ему посвящена эта песня и всем нашим генералам. Тодар, генерал Ларам. Махмутовы, Гариев, генерал армии. Всех вы сейчас здесь их увидите, Махмутовы. На тебя, Каримова, сейчас. Большое и поздравления, пожелания наилучшие, потому что все мы об этом, мы рассказывали о том, что мы собираемся сюда, в какие города, и мы вот сейчас снимаем все, да, вот Розочка снимает, наш директор и оператор, не могу сказать, потому что она все выкладывает в интернет, наш вот такой же участник нашего коллектива, и мы все-все покажем, как нас встречали, как какие песни нравились, какие не нравились. Так что мы от вас привет передадим. Ваши аплодисменты, Роза! Расим Сулеймановичу, Ринату Сулеймановичу, Махмутову, Гарееву. Ну и опять же, у нас есть в Москве при полпредстве Республики Татарстан в Российской Федерации клуб офицеров. Туда входит много замечательных людей, мы тоже с ними дружим. Один из них — это летчик-испытатель, заслуженный летчик России Ильдус Керамов. Он сам родом из Татарстана, но живет в Москве.
И вот все парады, которые на Красной площади, вот с красивыми такими самолетами, с летящим дымом, вот вся эта красота, это все делает наш Ильдовский Рамов. И сейчас вы все это увидите. А мы вместе с ним пишем песни на Зевакаримова слова, я музыку, а идею вот этого, этой песни, которая называется «Аэроплан», придумал Ильдус. «Аэроплан». Хазер, вот неспроста экран. Сначала мы испугались, экрана не было. А мы думаем, ничего так и не расскажем. Но с экраном мы хотим вам просто рассказать, какие у нас творческие. Всех мы сюда привезти сразу не сможем, это очень дорого. Но если вы захотите, вот мы сейчас уже начали с Казани переговоры и Марата Башарова, и Надежду Бабкину. Вот на будущее давайте думать, потому что они такой фурор возведут. «Щин татарлар, татарша жерлилар, селешеляр». И очень гордятся тем, что они дружат с татарами. Они все с вами, вам все с вами расскажут. Ну а сейчас песня, которую мы записали с Маратом Башаровым, слова написала Зифа Каримова, музыку я пишу сама, как вы уже догадались, Дэн Вулык и ансамбль Медина вместе с нами на сцене. Айдарис!